В администрации городского округа Серпухов состоялось очередное заседание Совета депутатов. Парламентарии рассмотрели 5 вопросов. Среди них внесение изменений в бюджет городского округа. В этом году более 132 миллионов рублей направят на реализацию государственных программ на территории муниципалитета. За счет средств местного бюджета расходы увеличатся более чем на 28 миллионов. Их потратят на проекты благоустройства сельских территорий, в том числе организацию наружного освещения, а также на софинансирование госпрограмм Московской области, содержание муниципальных учреждений, обслуживание системы видеонаблюдения, содержание дорог. Изменения депутаты поддержали единогласно.